фотку, да. Он спит, конечно. Копилка. Да, она была. Я уже забыла, что такое было. Вот эти прикольные штучки. У меня вылезло много. Можете останавливать видео, тем самым посмотрите цены. Вся косметика L'Oréal продается в Ашане на продукции. Цены дешевле, качество тоже, поэтому покупать в дьютике крема не вижу смысла. Заинтересовала? Не, не мы. И мне не очень. Пшик-пшик-пшик. Ничего так, но слабенький. А я не слышу его. Но он такой, да, не сильный. Или этот у брата, какой-то из этих. Саточка 29,90. Вот эти классные, свеженькие. До трех? Ой, или... Ну, а сейчас сколько? Ну что, пошли в третий. Я думаю, Армани, у меня такие есть, мне очень нравится. А нет у тебя таких? Есть у меня такие блестяшки крутые. Будешь брать? Не-а. То же самое. Да? Ультрафиолетик 39,90, крутая стоимость за 50-ку, вот за эту баночку, хороший запах. А у твоей мамы есть, вот, а тут сколько баночка стоит? Миллилитров здесь 50, наверное, да? Вот, оцените. Это 30-ка. 30. А здесь 30-ка? Да. Дай-ка посмотрю, 30-ка ли здесь. А здесь у нас... Соточка. А, да? Да, но все равно а, для тридцатки это хорошая стоимость. Вот эти вкусные, реально вкусные. Крутые, да. Мне сколько, еще вот эти нравятся. Раз, но... Они, да, не, классные. Вот эти вот классные. Хорошо. Да? Красный? Да. Не снимай. Что это за... На территории Польши допускается 1 литр крепких алкогольных напитков, то есть 1 литр виски на человека. Ребята, хотела напомнить, что при выезде из Польши и пересечении границы с Беларусью можно вывозить до 3 литров алкоголя на человека.
То есть можно литр шампанского, можно литр виски и можно 1 литр пива. Ну, например, в такой вот последовательности. А здесь просто такие нарезки при монтаже. Просто посмотрите, какие есть еще парфюмы. Ну и также я вот хотела это рассказать. Это была первая часть видео. Встретимся во второй части.